Добрый день, мои дорогие друзья! Сейчас готовлю вкусный быстрый соус. Я готовлю этот соус к блинам из кабачков. Этот соус можно также приготовить и к картофелю, к мясу, к рыбе. Он пойдет. Идеальный вкус. Соус универсальный также. Для этого мне нужна сметана, и я использую второй составляющий – маскарпоне. Можно маскарпоне заменить обычным крем-чизом или сметану с майонезом, сметану с йогуртом. То есть составляющие вы можете взять любые, те, которые у вас есть и вам по вкусу. Добавляю по вкусу немного черный молотый перец, сезонные специи с ароматными травами. Здесь специя также имеет красный острый перец. Соль по вкусу. Зерновая горчица. Я добавляю 2 полные чайные ложки. Зерновая горчица у меня домашняя. Как ее очень легко приготовить дома, я вам оставлю ссылку. Готовлю постоянно. У меня горчица эта из холодильника не выбывает. Пол чайной ложечки лимонного сока. Но будьте осторожны, когда добавляете лимонный сок. В горчице присутствует уксус. Пол чайной ложки меда. Добавляю зеленый лук и петрушку. Перемешиваем все до однородности. Соус готов. Он имеет такую пикантную горчинку, связанную с горчицей. И также он немножко кисловатый, сладковатый вкус. Очень вкусный. Попробуйте один раз приготовить этот соус. Буду надеяться, что он вам понравится. По желанию можете добавить сюда 1-2 зубчика свежего чеснока. Соус получается очень вкусный. Пробуйте, экспериментируйте на кухне, готовьте с удовольствием. Я с вами прощаюсь и до новых встреч!